На ковер вышли свыше 400 юных гимнасток из разных регионов страны. Турнир проходит в Сочи уже более 15 лет. И география соревнований расширяется с каждым годом. Так, сегодня в Сочи приехали спортсменки из Казани, Краснодара, Пятигорска, Ростова-на-Дону. Кстати, наши гимнастки традиционно в числе лидеров. В нашем турнире участвуют как самых-самых юных гимнасток, это дошкольники, и до самых старших, это мастеров спорта. Гимнастки подразумевают в себе жемчужинки, маленькие жемчужинки, которые показывают результаты, красоту и грацию. В программе выступления в личном командном зачете. Турнир продлится до 29 мая. Понаблюдать за ходом турнира могут все желающие. Вход свободный.